Почему мы даем слово в Минске человеку, который ведет антиукраинскую пропаганду? Ганьба! Почему пресс-секретарь нашего президента повторяет эту пропаганду? Почему эту пропаганду потом распространяют российские СМИ? Как такое может быть? Что за команда у нашего главнокомандующего формирует дорожную карту к Минску? Нет у нас к этому доверия. Единственный результат прекращения огня и отвода артиллерии уже почувствовали наши солдаты. Пресс-центр АТО подтверждает, что уже две недели тяжелой артиллерией бьют позиции наших солдат. Две недели на головы наших защитников сыпятся снаряды. И что говорит глава наш президент? Что он говорит? Что Россия виновата? Нет! Он говорит, что Россия потеряла контроль над повстанцами. Или боевиками, или как он там их называет. То есть наш главнокомандующий не в курсе, что корпуса ЛНР и ДНР управляются российскими генералами. Он не в курсе, что эти боеприпасы везут эшелонами на Донбас. Что российские генералы дают указания российским батареям стрелять по указанным координатам, по нашим солдатам. Наш верховный главнокомандующий этого не знает. Он считает, что там повстанцы, что там боевики, на которых просто потеряно управление. Как можно доверять такому главнокомандующему? Как? Мы не доверяем. Все, что сейчас мы видим, это попытка капитуляции. Можно назвать то, что сейчас происходит, начиная от месседжей, которые сейчас идут. Так давайте требовать, чтобы в том числе ветераны входили в ту группу, что формирует дорожную карту к Минским соглашениям. Давайте понимать, что в этой группе будут люди, которые знают, что происходит, когда Россия нарушает свои обещания, как гибнут их побратимы. Которые знают, что Россия всегда предаст, всегда нарушит свои обещания, всегда. Мы требуем, чтобы, раз уж верховный главнокомандующий говорил, что процессы будут прозрачны, то пусть выполнит это обещание. Пусть допустит ветеранов формирование дорожной карты в Минске. Иначе мы будем воспринимать это как тихую капитуляцию. И мы этого не допустим. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава Украине!